Привет, мои дорогие! Ну что, пришло время менять резину. Пожалуйста, вашему вниманию. Так, все загружено. Поехали! Ребят, почти доехали. Совсем чуть-чуть осталось. Дороги тут, конечно, вообще класс. Просто класс. Просто супер. Так, чуть-чуть, как черепашата. Я тут еще со своими... Со своими этими скрипящими колодками. Ой, да что такое? Зачастили. Машина прорвало. Надеюсь, там больше нет преград. Ну, классно. Едем, едем, едем. Далекие края. Почти доехали. Почти, почти. Но не доехали. Что за город? Не горки, да пригорки! Помните фильм такой? Ну, меня уже встречают. Встречают уже. Воротики открыты. Свяжусь с вами позже.
me do my two-step. Почти все готово. Сейчас кофе попью. Ну, вот такие вот будни блогера. Разговаривать сама с собой. Кофе пьем и еду дальше. Ребят, чтобы вы сейчас понимали, мы едем к Алексею. Там обсудить рабочие процессы. Резину я уже поменяла, все успешно, все удачно. Единственное, меня что расстроило, то что мастер сказал, что нужны новые амортизаторы наперед. Вот. Позвонила я в магазин, новые амортизаторы, одна штука, стоит 3400 рублей. Коплю на амортизаторы теперь. Ну, это понятное дело, машина по-любому что-то выходит из строя, нужно поддерживать в рабочем состоянии технику. Дождь у нас вообще идет. Расскажите мне в комментариях потом, как у вас дела. Как вообще поживаете? Что у вас настроение, мои хорошие? Ну, короче, едем. Ребят, я приехала, по мере возможности еще поснимаю для вас. Так, забыла окошко закрыть. Кто забыл закрыть окошко? Я забыла закрыть окошко. Нужен мне телефон. Сейчас отпишусь, что я приехала. Вот так вот. Короче, ребят, ничего я... не успела поснимать у Алексея в офисе, о чем говорили. Большой-большой секрет. Сейчас еду домой уже. Но зато меня угостили кое-чем очень-очень вкусненьким. Приеду домой, обязательно покажу. Ну, по старинке, поехали! Thank you.
наверное, минут 10, может, 15. Поэтому пока отключаюсь, снимать все равно нечего. Ой, поэтому свяжемся, когда я приеду уже домой. Да. Итак, дорогу я уже поснимала многого. И такой ракурс. Поэтому дома будет поинтереснее. Да, все, отключаюсь я. Ребята, вот здесь такая грязь. Ради вас я иду в грязь. Вот, смотрите, скоро будет цвести. Скоро, совсем скоро будет цветение. Ну, вот и какой грена стоит. Ага. А вот сюрприз. Сюрприз, подарок мне. Вот, видите, судак. Это судачище. Это не судак. Это судачище. Судачачище. Огромный. Вот, короче, дядя его почистит его. Очень крупно повезло, что сегодня дядь Вова дома, и он почистил рыбу. Это просто... Мам смеется надо мной, что я разговариваю одна с телефоном. Ничего страшного, я думаю, это дело времени, привыкнет. Вот я вам покажу сейчас, смотрите, такие кусочки аппетитные. Слышите? Мам, тебя слышно будет в видео. Я не буду вырезать. Езжай, говорит, наверх. Так, сейчас я камеру переключу и покажу, что я буду делать. Та-дам! Таксики. У меня вот здесь вот приправа для рыбы. Она такой шик-шик-шик-шик-шик. Шик-шик-шик-шик-шик. И у меня, короче, тут лимон. Готовь, я тебе не мешаю. И лимон выдавливаем. Сейчас я тут... Нет, тебя не видно. Видно только рыбу. Сейчас я тут еще чудок. Шик-шик-шик. Да ничего страшного. Все, короче, перемешиваем. Оставляем на 15 минут. Ребят, 15 минут прошло. Берем, короче, кусочки. Здесь я вот один кусочек уже обваляла. И валяем в муке. Тем временем у меня заранее разогревается сковородка с маслицем растительным. И сейчас они отправятся прямиком жариться. И отправляем кусочки рыбки нашей жариться. С одной стороны, ребят, пожарились, теперь жарится с другой стороны. Какие же вы аппетитненькие! Я про кусочки. Ну ладно, вы тоже. Вот такая рыбка получается. Еще часть дожаривается. И еще не хватает здесь нескольких кусочков, потому что мои домашние уже сняли пробу. Ну вот и подошел почти к завершению мой день. Осталось дожарить рыбу, причесаться, подкрасить губы и выйти к вам в эфир в ТикТок. Поэтому на сегодня, я думаю, что данное видео подходит к концу. Завтра
Я поеду уже к Алексею снимать новое видео. Ну, естественно, беру вас с собой. Видеоотчет обязательно будет. Всех благ, добра. Целую, обнимаю. Отдельно поблагодарить хотелось бы Алексея, который, собственно, и угостил данной рыбой. Классный судак. Спасибо тебе, Лёш, огромное спасибо. Дай Бог тебе здоровья и всей твоей семье. Спасибо. Освещение, конечно, здесь вообще атак на кухне. Еще фронтальная камера. Ну, да ладно. Забыла вам сказать, ребят. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч. Пока. Благодарю за просмотр. Спасибо, что вы есть.